Институт биологии и биотехнологии АГУ – единственный в регионе, кто выпускает биологов. Здесь они получают знания молекулярной генетики, ботаники, биохимии. Спрос на таких специалистов высок в научно-исследовательских организациях и на ведущих предприятиях края. Для начинающих ученых АГУ подготовил 120 бюджетных мест. Мы очень заинтересованы в наших абитуриентах, мы оказываем им поддержку, в том числе материальную, то есть предусмотрены повышенные стипендии у абитуриентов, которые вот к нам поступают. Если у них больше 200 баллов, то стипендия у них от 5 до 11 тысяч. В Институте химии и химико-фармацевтических технологий отведено больше 200 бюджетных мест. Специалисты этого звена нужны на производстве лекарств, в научных и медицинских учреждениях. На базе университета открыто рекордное для края число лабораторий, где студенты проводят исследования на уникальном оборудовании. Это сверхкритический флюидный хроматограф, например, да, такого в принципе в России несколько штук. Вот, установки для элементного анализа, оборудован экологохимический центр. Но главное, ВУЗ сотрудничает с ведущими работодателями региона, которые готовы трудоустроить выпускников. Подать документы в АГУ можно очно, по почте, на сайте ВУЗа или госуслуг. Телефон для консультации вы видите на экране. Приходите за знаниями и поступайте правильно.